И Бобби позовите. Господин президент, информация совершенно секретна. Мы полагаем, что на Луну упал НЛО. Русские также занимаются этим инцидентом. Пусть НАСА там землю носом роет. Мы должны попасть на Луну. Для пилотируемого полета на Луну НАСА потребуется 5 лет. Главное — попасть туда раньше русских. Я считаю, что наш народ должен посвятить себя достижению цели до окончания нынешнего десятилетия совершить пилотируемый полет с посадкой на Луне и возвращением на Землю. Зажигание. 5, 4, 3, 2, 1. Все двигатели работают. Отрыв. Есть отрыв. 32 минуты. Аполлон-11 взлетел. Пусковая вышка пройдена. Маневр выравнивания. Нил Армстронг доложил, Аполлон-11 лег на заданный курс. Аполлон-11 устремился в путь, оседлав столб пламени, испускаемый ракетой «Сатурн-5». Ему предстоит пройти 400 тысяч километров туда, где Луна уже ждет первого визита человека. Хьюстон дает добро на посадку. 12 метров. Скорость 175. Собираю пыль. 9 метров. Скорость 175. Легкая тень. Центр на связи. 92 вперед. Требуем чуть правее. Вниз 0,5. Есть контакт. Двигатели стоп. Хьюстон, на связи база спокойствия. Орел сел. Орел сел. Тут все так дыхание затаили, что чуть не посидели. Теперь снова дышим. 400 миллионов человек, которые смотрят сегодня эту трансляцию, наблюдают за величайшим событием нашего времени и одним из самых великих событий всей человеческой истории. Я в самом низу лестницы. Спускаюсь с лунного модуля. Маленький шаг для одного человека, но гигантский скачок для всего человечества. Все по плану? Да, сэр. Неофициальное время первого шага 1.032. Аполлон-11, на связи Хьюстон, прием. Орел, у нас сильные помехи, ответьте нам. Мы получили подтверждение, что связь с экипажем Аполлона-11 утеряна. В настоящий момент Аполлон-11 находится на дальней от нас стороне Луны. Нил, для всех вы в тени. Выполняйте задание. У вас 21 минута. Масштабные повреждения. Корабль слишком большой, чтобы осмотреть его целиком. Здесь все погибло, Хьюстон. Нигде никаких признаков жизни. Какие громадины? Понял вас. У вас кислорода на 7 минут. Значит, мы все-таки не одиноки. Так точно. Не одиноки. Говорите, господин президент. Здравствуйте, Нил, Бас. Я говорю с вами по телефону из овального кабинета Белого дома. Вне всякого сомнения, таких телефонных звонков в нашей истории еще никогда не было. Я не могу передать, как мы все гордимся тем, что вы сделали. Для всех американцев этот день станет самым памятным в жизни. Благодаря тому, что вам удалось сделать... Есть приводнение. Небеса стали еще одной освоенной частью человеческого мира. А вот и мы. В это бесценное мгновение
человеческой истории. Всех людей на Земле объединяет одно чувство. Безумная гордость за то, что вы совершили. Ваш поступок вдохновляет нас с удвоенной силой бороться за то, чтобы на Земле воцарились мир и спокойствие.